BMW M8 дебютировал сразу в четырех модификациях, но двигатель на всех один. Это битурбо восьмерка 4.4. Отдача 600 лошадиных сил или 625 у подогретой версии Competition. Полный привод у спорткара с многодисковой муфтой подключения передних колес и активным задним дифференциалом. Причем предусмотрена возможность отключения переднего привода и системы стабилизации. Коробка передач – восьмиступенчатый автомат. Купе М8 разменивает первую сотню за 3,3 секунды. Версия Competition на 0,1 быстрее, а кабриолет на 0,1 медленнее. Подвеска по сравнению с обычными моделями 8 серии перенастроена настолько, что изменились углы установки колес. Официальный мировой дебют BMW M8 состоится в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Продажи начнутся осенью, но российские цены уже известны. Купе М8 стоит без малого 10 800 000 рублей, кабриолет почти на миллион дороже. Доплата за версии Competition примерно 1,5-2 миллиона к базовым купе и кабриолету. Не прошло и года после дебюта седана BMW 3 серии. И вот показан универсал Touring. Модульная архитектура Clar принесла пятидверке на четверть более жесткий кузов, идеальную развесовку по осям и более широкий проем багажника, который и в объеме прибавил 5 литров. Сопоставимые модификации полегчали примерно на 10 килограммов. Всего двигателей 6, объемом 2 или 3 литра. Слабейшие бензиновые и дизельные версии предполагают задний привод и выбор между шестиступенчатой механикой или 8-ступенчатым автоматом. Остальные могут быть и с полным приводом, но только двухпедальные. В Европе продажи Туринга начнутся 28 сентября, а в России универсал вряд ли появится.